Привет, господа. Пятница. Ничего серьезного мы обсуждать не можем. А кто интересуется темой, значит, Плейкшни, смотрите, Лагу Мая, кафе, сидя за столиком, если внимательно вглядеться. Вот они, буквы эти. Представляете, как мир тесен? То есть я вот от букв вижу Лагу Мая, а с Лагу Мая можно видеть эту гору. Да, она далеко, да, специальная техника нужна, но даже глазами видна вот эта белая точка издали. Ну и тут же, значит, те, кто не любит природу, могут дальше не смотреть, все про природу. А в данный момент лысуха, вот такая птица на озере Ковшу, занимается гигиеной. Ну, птица как птица, просто интересно, попала в кадр. Никогда не думал, что она ест просто вот такую траву. Почему-то в моем представлении птички, типа этой вот лысухи, утки и прочие, они что-то такое вкусное едят. Смотрите, она просто питается водорослями. Просто типа, просто берет и жрет траву. Как мало надо для счастья, смотрите. Очень интересно. Почему ее называют лысухой, я не знаю. Но это тоже семейство пастушковых каких-то. Но вообще это утка. То есть утиная порода какая-то, но лысуха ее называют. А это, наверное, у нее деликатес. Вот найти кувшинку, простонародье так называемую, и слопать, это уже типичный деликатес. Да, ну вот, а дальше прилетела цапля, и, собственно, что про нее скажешь? Цапля, и в Африке цапля, просто грациозная птица, вот мы ее видим, на этом прощаюсь, смотрите, как она великолепна, хорошо, что к нам прилетают цапли, пусть там экологическая ситуация, биоэкологическая ситуация на Ковшу не всегда самая хорошая, но цаплям, по-моему, все равно. Всем удачи, всем пока. Увидимся. Хороших выходных. Сори, фирма ТЭЦ, помним гаражи, очень сейчас актуальная тема, впереди мокрый сезон, задумайтесь. От Брюшина 104, Се ТЭЦ. Всем пока, хороший гараж для нужных вещей.